Всем добрыми суток. Танюха. Да, лежи здесь. Будь здесь. Так, белка, пойдем на выход. Не-не-не, на выход. Ну, что ты ждешь? Я уже в кустинчике дал. Сейчас будем убирать лестницу. Опа, я забыл, подожди. Вера. Не-не-не-не, домой. Чуть попозже. Извините. Сейчас Таньке на время. Так, надо веревки мне убрать. Да, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Где ты бежишь? О, все, беги. Все, сейчас повешу бутовку. Так, вода у них вон в тазу стоит. Пытался лед что-то разбить. Мне. Он вроде как бы разбивается. Я сейчас просто ботинки другие. Эти туфли одел, которые вот мне с Эстонии еще подарили летом. Большое им спасибо. Вот, а так вот. Гонки по вертикали. Вот, а так. Чудаки. Ну да, у них энергии накопилось. Просто, я просто сам почему замолчал, сам был, думаю, что же произойдет. Был зачарован этой гонкой. О, койор, ты к Таньке? Давай, все, идите, идите. Да. Вот, видите, как дом немножко видно, не знаю. Я фотки выставлял в Инстаграм. Ну, выставил фотографию. Вот, мы с Виталиком все повесили. Вот, и как бы неплохо получилось, красиво. Очень ночью смотрится вообще. Так, все дома? Так, Танька дома. Дети дома. Это хорошо. Вот. Лужи, лужи, лужи. Погода, конечно, наши лестницы. Сейчас я это все буду убирать. А так вот висюльки, видите? Вот такие висюльки. Вот. Но вечером смотрится очень шикарно. И окантовка дома, конечно, вверху там все. Ну вот, в принципе. Вот и, в принципе, все украшения. Если сейчас Виталий будет заниматься елками, ну вот, позанимается, потом приедет на Новый год. Я, конечно, многих жду, что все приехали, мои друзья, собраться, как говорится. Так, что вы там копаете? Ну, в принципе, да, неплохо горит. Ну, вот днем не так смотрится, конечно. Ну, не смотрится, но ночью, конечно, вечером, когда уже немножко даже сумерки, очень красиво. Так, дайте мне веревки повесить, я займусь вами. Аглоеды мои маленькие. О, да, нам еще в Москву сегодня. Кошмар какой-то. Достал, это Москва уже. Ничего страшного, это временно, я беременна. Так, это не для детских ушей сказано. Я временно, я беременна. Так, кину веревки пока здесь. У меня вот такой дурдом здесь, ну, доски. Каюр, не подглядывай. Это не для детских глаз. Все, видишь, тут мужские вещи. Генераторы там, аккумуляторы. О, как совпало. Аккумулятор, генератор. Все на И, да? Молодец. Пойди ко мне. Пойди ко мне, мальчик. Пойди. Все. Да ты тоже, да, белка, блин. Такая ревнивая. Это вообще кошмар. Вот. Да, не зевай ты. Все. Бегайте, давайте. Ханта в строю. Вот они ее дербанят. О. Хорошо, хоть лед. Была бы грязь, они бы были вообще. О, зубы показала. Так, все, нельзя.
Не думай, что это драка. Не думай, уйди. Уйди, не провоцируй. Зачем ты это делаешь? Белка, зачем? Она же тебе люлей может отвесить тоже, блин. Что такое? Что ты так делаешь? Зачем? Когда же ты привыкнешь к стае-то? Это не... Вот эти игры, они... Это не драка, это просто. Это же ваша жизнь в стае. Ой, что ты лапу даешь? Златку, значит, ты уважаешь, а с Хантой ты еще хочешь повоевать? Ну, ну, повоюй. За нее же заступится, знаешь, он? Все 4 штуки. Или 5, или 6, я не знаю. Которые выросли все вместе. Ну, не надо ругаться. Все, не про... полетела. Давай. Я там ходил, да? Белка, белка. Ой, белка, говорю, белка, белханта. Все, нет, да, я называл твою кличку, да. Белкуня. Белкуня, да. Все, ты хочешь самой быть любимой собакой? Ну, подожди, ну, выси любимую. Выделить никакую собаку не могу, в плане того, что кого-то определенно больше люблю. Мне много народа спрашивают то, что кого-то больше люблю, кого-то меньше любишь, там, допустим, спрашивают, да? Я всех люблю одинаково. Для меня не каждый, каждая собака индивидуум. Очень шикарные собаки, в плане того, что, ну, для меня, чисто для меня, не для людей и так далее, и так далее. Вот. О. Шикарные собаки, смелые и так далее, и так далее. А больше мне, в принципе, каких-то достоинств супер-пупер. Вот. Сейчас вот он, смотри, как Айор лежит. Вы видите? Все, лежи. Интересное кино. Лежи. Охотись. Он тоже начал охотиться. Подсматривает за девками. Лапу. Видели, как лапу отклечил? Каюр. Да, слово каюр сразу ко мне. Все, иди за девками. Охотись. Я бы на твоем месте вообще не терялся бы. Где 4 невесты. Ну, она пока подхрамывает. Но у нее все пройдет. Все, идите. В баню. Тем более, вы только что были под баней. Баня будет, конечно, готова на следующий год, но... Вот, а так... В принципе... Вот, решил видео снять перед отъездом, вам закинуть ролик, чтобы вы видели, кто меня любит, уважает и просматривает. Вот, я решил снять. Вот. Ну, большое спасибо, что смотрите. Как бы. Вот. А так все. В принципе. Движемся, работаем. Сейчас будет немножко другое видео. Все изменится. Сейчас все поменяется немножко. Ну, все встанет на другие немножко атмосферы. Сейчас я чуть-чуть, ну, у меня устаканится в плане вот этих поездок. Все будет хорошо. Мне просто тоже это напрягает очень сильно, потому что сейчас есть небольшие заморочки. Вот. С этими решить этот вопрос, все вопросы порешать. Не ругайся, белка. Во-первых, это кобель. Вот. Во, поиграй сюда. Златку ты уважаешь, да? Вот. И все будет, все. Встанем в прежние круги. И березки будут, и так далее, и так далее. Да, может быть, что я березки обещаю, давно их нет. Но они будут. Дайте, я не могу вовсе, ну, свои две руки. Да, вот смс-ки идут мне по WhatsApp. Да, меня люди потеряли. Да. Все, так, у нас где? Ханта! Где у нас Ханта? Ханта, ты что там делал? Случайно ты не в магазин за хлебом ходил, нет? Или в таксофон позвони? Хантуль. Хант. Ну, уши поджимайте это одно, а к хозяину подай. Ханта. Белка не даст сейчас, наверное. Хантуль, пойди ко мне. Белка, уйди. Ханта, иди ко мне. Она вот специально знает, что будет
Та ревнует. Да. Не-не-не. Я хотел просто немножко хотя бы погладить, чтобы не провоцировать драку. Все. Она только из дома недавно пробыла сутки. Была дома. Вот. Так что все хорошо, все красиво. Как говорится, с собаками. Вот. У Златки вообще он хвост какой-то. Прям бублик пушистый-пушистый. Ну и вот тоже соболинский хвост. Правда, для меня он коротковат. Я хотел... Да, я не трогаю. У Соболя тоже... Ой, то есть у Каюра тоже хвост шикарный. Он... Да, ты. Господи, я и цветы. О, опять дождь пошел. Блин. Все, всех рад был увидеть. Всем давайте пока-пока.